Cape Arkona. Book of slaves. Slaves. На русском славянская крепость Бодричей на мысе Аркона. Старинный вал земляной. Культовое место здесь стояли идолы богов. Свантовит храм был, то есть он у них почитался очень высоко здесь. Культовое место было для многих родов славян, не только для Бодрича. Далеко, видать. Датчане, викинги это сделали. И они одни. И поляки тоже славяне, но тоже имели виды. Видимо, нападали. И германские племена с юга поджимали. Место закрыто, залез нелегально, закрыто из-за обвалов. Вот этот вот берег, он обваливается вниз очень быстро, несколько метров в год. Видно трещины, что берег подмыт. Говорят, что ничего не могут сделать, никакой вид не могут, так что скоро все погрузится в пучины моря.